Происходит ли процесс, когда вера в знании меняется на другое восприятие, на то, как мы воспринимаем Творца прежде, до этого? Разумеется, в работе в знании есть очень много, как бы сказать, причин уклониться от пути. Потому что это вера в знании. Это сила отдачи в получающем кли. Это место для огромной путаницы, из которой исходят всякие религии, верования и все, что есть в человечестве.